Здравствуйте, это канал Максимадзе, и сегодня мы поиграем в то, чего вы наверняка ждали. Hello Neighbor 2 демо, вышла она недавно, недели полторы, наверное, назад или две. Но когда точно не помню, если честно. Вот пришло время, короче говоря, сыграть. Говорили мне, что она сложная, там много очень непонятных вещей, до которых очень сложно догадаться. И, в общем-то говоря, я глянул коротенькое прохождение на ютубе, и действительно, там реально куча вещей, до которых хрен догадаешься, так просто. Я их все не помню, конечно, но давайте попробуем. Тем не менее. Менюшка, не изменилась абсолютно. И это не новая версия, это не какая-нибудь там бета 2, это именно демо. Здесь все другое. Так, ну, во-первых, FPS маловато. Так, к сожалению. Здесь как-то все не так, как было в бете. Тут наша машина врезалась в этот сарайчик, блин. Обучают нас. Здесь я вижу, что шестеренок не хватает. Можем нажать на рычаг, но тем не менее это ничего нам не даст. Так, вот одна из шестеренок, я так понимаю. Давайте вставим ее сюда. Так, посмотрим, что еще. Вот еще шестеренка. Не понял, а почему мы ее не можем достать? А, вспомнил. Вот так надо. Это было тоже в видео. Я смотрел видео, но я реально не помню, что там, как. Вот, например, я за... А, все, вспомнил, как инвентарь открывать. Так, еще одну шестеренку осталось найти. Она где-то наверху, походу. Так вот, как бы нам залезть наверх. Это мы уже сделали. Ага, понятно. Вот так. Лезем по лестнице, собственно говоря. Вот так. Еще выше лезем. И последняя шестеренка здесь. Так, хорошо. Вставляем ее и запускаем систему. Перед нами дом соседа, который мы, кстати, уже видели в бете. Это что? А, это бочка просто. А почему она в воздухе висит? И вообще, почему тут много чего в воздухе висит? Если что, на заднем дворе давайте посмотрим. Ага, это машина наша. Лопата нужна. Надо это запомнить. О, а туда можно пойти? Ну-ка. Я хочу посмотреть, есть ли там что. В всяком случае, через забор мы хрен проникнем, походу. А если тут тоже не перелезть? Здесь, короче, все загорожено забором, туда мы не пройдем. Но надеюсь, что вон тот дом будет частью геймплея. Потому что там видно, что там что-то внутри есть. Но давайте изучать дом соседа. Надо тоже посмотреть все его уголки. Ой. Кстати, а мы можем попрыгать? Может, там что-нибудь полезное есть? А, фиг с ним, если честно. Так, туда мы тоже, я так понимаю, не пройдем, потому что там забор тоже. Или пройдем. Давайте попробуем. Но, скорее всего, нет. Да, мы туда не пройдем. Давайте проверим. Да, дом очень сильно отличается от Hello Neighbor первой части. О, лопата! Вот же лопата. Эх, все равно закрыто.
Ну давайте вскопаем ту землю. Я там была лопата нарисована, значит надо лопату на нее. По-любому на нее. Ну-ка. Точно. Еще. Какая-то кукла. Не знаю, зачем она нужна, не помню. Может потом вспомним, но что-то я. Но в данный момент я что-то не помню вообще. Пока вспомнить не могу. Но, наверное, она нам точно нужна будет. Не просто так же она закопана была в земле. Короче говоря, идем домой к соседу и посмотрим, как он там живет. Ой, живет он хорошо. И слава богу, он меня сейчас не увидел. Да, дом вообще не похож внутри. Хренаж себе тут замков, сколько. Но нам, короче, надо в этот подвал. Это что? Что-то надо с ним сделать, с этим роботом, походу. Не просто так он, по-моему. А, погодите, я вспомнил, зачем куклы. Нам их надо на дом ставить. А вот еще одна. В каком порядке они ставятся, не знаю. О, блин. Я надеюсь, прогресс не сбросится от этого. Ой, блин. Вот так. Надеюсь, он меня потерял. Да, в этом доме, в отличие от предыдущей беты, уже не коп, а сосед сам находится. Что это такое? Какой-то котеечка, какой-то там, что, какая-то хрень у него там лежит. Что это? А, пожари. Он не дает мне взять тот предмет, который там лежит. Отдай сюда, вот так. Я вспомнил вот этот момент с рыбкой, с вот этой тоже видео был, я помню. Что котик этот не отдает карту эту. Так, а что у нас здесь? Закрывай дверь! Ты чё не закрываешь дверь? О, еще вспомнил один момент. Картины. Повернуть надо картины. Я не знаю, что это дает. Ну, короче, если повернуть сколько-то там картин, вот с этим апельсином или что это. То что-то, наверное, откроется. Я помню, там чувак открывал картины, но зачем, я так и не понял. Пока что. А, ладно, уж пусть ловит. Фиг от него спрячешься, все равно. Так, ладно, ищем дальше. Что еще у нас может быть? Да блин. Да блин. Так, еще апельсин один. Да блин. Это сложно. Это сложно. Хорошо, что хорошо хоть прогресс сохраняется. Были некоторые моды на Hello Neighbor, в которые мы играли. Фанатские игры даже, а не моды. И там никакого сохранения не было вообще. А, вот, кусок карты надо вставить сюда. И что-то тоже это дает. Закрыто. Блин.
Я думал, на втором этаже полезное что-нибудь будет. Но надеюсь, по крайней мере, что в полной версии можно будет туда попасть. Полная версия, релиз намечен, запланирован на 6 декабря. Какой-нибудь задний проход есть? Ой, вход какой-нибудь другой. Задний проход, блин, сказал. Извините, извините, извините. Короче, что-то здесь я не вижу входа. А, вот, вот здесь есть. Блин, вот эти пищалки, наверное, привлекают его внимание. Надо и проверить комнаты, в которых я еще не был. К примеру, вот эту. По-моему, здесь я не был. У медведя какая-то хрень. Это ключ. Надо рычажок сюда поставить какой-то. А, подождите, я вспомнил. 9. Я не. Я. Подождите, я забыл, что с этим делать. Я помню, что вот это связано как-то с геймплеем, но что с этим делать, я не помню. А 3, 5, 7, 9. 3, 5, 7, 9. А, или может быть по порядку надо? 9. Может быть, 9, 7. Блин. Не так-то просто все это. А можно в стекло лом швырнуть? Можно. Девять, семь, пять, три. Как его открыть-то? Я не понимаю, мне сосед еще не дает это сделать. Вообще. Или может быть надо по соответствию игры в классике это как-то делать? Разберемся сейчас, в общем. Да блин. Вот так вот, чтобы не входил сюда. А, он пришибить может дверью. Хитроумно, хитроумно, ну блин, он мне вообще не дает туда пойти, никак. Он сейчас все время там будет ходить. Как классики начинаются? 3, 5, 7, 9. 3, 5, 7, 9, может быть, надо набрать. Блин, вот это пипец. Ну, он меня сейчас точно видел, это я знаю. Подождите, у него на поясе что-то есть, по-моему, или мне кажется. Три, пять, семь, девять. Три, пять, семь, девять. Да как открыть-то, я не понимаю. В каком порядке их надо набивать? Да, непонятно мне пока. О, еще апельсин. Еще кусок карты надо найти. Только вот где именно, я не помню пока. Сейф что-то не открывается. Так, еще апельсин. Еще апельсин. Что дают апельсины, я не знаю. Надо, может быть, сейф рассмотреть и что-нибудь найти на нем поинтереснее. Может быть, на нем какая-то подсказка там, я не знаю, есть. Или, может быть, провод, который ведет к месту, где сейф включается, или что-то еще.
Потому что я вроде, потому что, ну, я ввел комбинацию на сейфе и что-то оно не сработало. Блин. Спрятаться нельзя под кровать. Да все, он меня уже увидел. Как? Какой он, блин, от него сложно спрятаться. Не открывать двери. Давайте попробуем еще раз разобраться, в чем дело. Красный. Красный, синий, зеленый, желтый. Какой там? Красный, синий, зеленый, желтый. 3, 3, 7, 5, 9. 3, 7, 5. И все равно не работает. 3, 7, 5, 9. Почему не работает, Тана? Или может быть наоборот? А, нет, подождите, я неправильно в порядке, подождите. 3, 7, 9, 5. Все, во, все, открыли. Я не в том порядке сейчас набирал. Ножницами надо сделать вот это. Как разрезать подушки и найти в них что-то. Что? Узнаем, когда еще раз сюда попадем. Не все так... Не все так просто с сейфом. Есть не просто так надо набрать комбинацию, надо еще в правильном порядке набрать. И подсказки находить на каждом углу. Да, автор молодец, как сделал это. Не просто так он нам вщи, блин, нафиг, нассал. Стоп, я сказал вщи нассал? Блин. Да блин. Что это, блин, было сейчас? Ладно, короче, давайте попробуем еще раз туда пробраться. Нам надо... У нас ножницы-то в инвентаре, да? А где ножницы, я не понял. Неужто сбросился прогресс? Да блин. На забор залезь, блин. Пусть уйдет сначала куда-нибудь, если туда мы хрен попадем. Нет, он сидит сторожит там. Он занял выжидательную позицию. Сидит, стоит там и никуда, блин, не выходит. И это очень плохо для нас. Да сейчас я его там уже что-то не вижу. Давайте проверим. Где-то тут он находится. Да блин, ну а, вон ножницы туда назад вернулись. Только надо выманить как-то его из спальни, а он мне не дает туда зайти. Надо найти какой-то предмет, чтобы окно там разбить, я не знаю. Есть какие-нибудь предметы еще, а? Которые можно взять и разбить ими окно. Да, можно было в первой части подбирать все подряд, а тут нельзя. Картины еще назад эти возвращаются, так понимаю. Что с этими... Блин! Что с этими картинами делать, я не знаю. Я знаю, что они ставятся назад после того, как нас ловит сосед. И у нас и у нас не получается открыть их все. Или, наверное, сосед их ставит обратно. Закрывай дверь скорее. Берем ножницы, ищем подушки.
А, это кусок карты еще один. Ключик. Один из ключей мы нашли. Вот для этого надо найти рычаг. Давайте откроем один из замков. Нет, нет, нет. Вот этот. Также нам надо поставить карту. Последний кусочек. Что нам это дает, я не знаю. О, блин. Он картины обратно ставит. Сосед картины обратно ставит. Да блин. Слушайте, он... Да блин, ну это... Ну это хрен пройдешь. Это сложно очень. Короче, ребята, предлагаю на сегодня закончить. Такой вот первый взгляд получился. С некоторыми моими знаниями уже, которые заранее изучил. Но тем не менее, этих знаний мне пока не хватило, чтобы пройти эту демку. Мы обязательно с вами ее пройдем, но как-нибудь в другой серии. Надо мне полностью изучить, как там, что надо делать. Ну и в следующей серии мы это пройдем. На сегодня все. С вас лайкос, подписывайтесь, с меня эпичные видосы. Подписывайтесь на мой стрим, канал, поддержите ВКонтакте. И всем пока.